Друзья, всем привет! Продолжаем нашу рубрику «Импортозамещение». Ну, в нашем случае это не импортозамещение, это просто инструмент, такой моноролик. Вот, очень полезная штука. Вот смотрите, как она выглядит. Некоторым может она напомнить там, знаете, вот бывает, люди занимаются на полу, прокатываются обратно и дойдут. Вот. Что-то похожее на такое. Но он металлический. Некоторые делают его самостоятельно. Вот. Для чего он нужен? Да? Скажем так. Этот ролик нужен для того, чтобы, допустим, наметить яндову. Да, если они, допустим, большого бендера, ориентировочно нарисуем линию, скажем так, у нас как будто у нас широкий лист, вот, и нам в каждую сторону здесь надо по 625 миллиметров изогнуть. С чем это сделать? Вот как раз таки и нужен, может пригодиться вот такой вот ролик. Для этого, она, чтобы поверхность была, ну, в моем случае это вот пеноплекс. Можно что-то взять, какую-то бумагу, может, толстую или что-то еще, или как, ну, какую-то вещь, чтобы была мягенькая, чтобы была возможность как бы промять металл на ней. Вот. Здесь высоко, может, чуть будет неудобно мне, потому что, конечно, проще это делать еще и весом давить. Вот. Но здесь я это сделаю, попробую здесь сделать на пеноплексе. Вот. То есть я по этой линии нажатием начинаю прокатывать. Да, стол высокий и мало у меня, скажем так, сил сильнее надавить. Как видите, она выгнулась. Вот. То есть им можно промять любые линии. Давайте попробуем сделать вот что. У меня тут есть наш баннер, плакат, да? Наш. Вот он. И попробуем вот такие линии конуснообразные нарисовать. Я не буду здесь сейчас вот высчитывать прям по сантиметрам все точно. Просто вот, ну, ориентировочно. Можно нарисовать там всякие кривые линии, да? Какой-то рисунок может быть там. Может, какую-то надпись там, да? То есть это все можно выдавить. Я же просто, ну, попытаюсь это сделать. Типа вот этого нашего лейбла, да? Нашего орнамента. Я не буду рисовать там, ну, прям расчерчивать это все точно. Просто, ну, тупо на глаз. Может, он получится неровно. Но у меня и смысла нету это делать ровно сейчас. Это просто, чтобы показать возможности этого ролика. Ну, что-то типа того, да? Вот, линии видно. Я их нарисовал. И вот просто мы прокатываем. Так, у нас еще там есть сверху треугольничек. И сейчас мы сделаем, выдавим в металле рисунок.
Может, там откуда для себя еще какие-то возможности придумать этому ролику. Вот. Поэтому тут у кого на что фантазии хватает, тот и будет делать. Я не знаю, здесь в темноте будет видно, не будет. Но сейчас, если я здесь сделаю ребра жесткости на листогибе, попробую, и чтобы его выровнять. Вот, пожалуйста. Не знаю, видно, не видно. Давайте я сейчас включу фонарик. Надеюсь, видно рисунок. Очень нужный инструмент для нас. То есть мы нашли ему применение, и теперь он будет в нашем, скажем так, ну, в коллекции инструмента нашего. Поэтому так, кому приглянулась эта вещь, этот ролик, вот, телефон в описании и в первом прикрепленном комментарии. Так что так, всем пока, до скорой встречи.